Добрый день, с вами Зинаида. Сегодня я увидела вот такую замечательную сову от 3 месяцев для малышей. И думаю ее приобрести. Дома послушаем, что она тут поет у нас. Обычно пишут мелодию, какую поет. Ла-ля-лу. Так, почитаем, что здесь написано интересного. Ну что, возьмем ее? Возьмем. Итак, мы приобрели сову, вот такую мягкую, красивую, разноцветную. Я ее протерла влажной тряпочкой. Здесь есть 2 веревочки, можно привязать на кроватку, на коляску, куда вам нравится. Я затем покажу, как мы это делаем. Итак, дергаем за веревочку, послушаем, что она поет. Как вы узнали, это «Спи, моя радость, усни». Малышу нашему очень нравится. Еще я нашла папу сову, вот такого, большого, важного, тоже цветного, яркого и красивого. Итак, у него тоже есть 2 веревочки. И тоже есть колечко с музыкой. Тоже красивая колыбельная песенка, которая может убаюкать вашего малыша или отвлечь от плача. Вот такая замечательная семейная пара сов радует моего малыша. Итак, вот наша сова. У нее наверху есть 2 веревочки. Мы ее привязали к балдахину. И когда переодеваем малыша, вот здесь он лежит. Одевается. Мы ему включаем сову, дергаем за веревочку, он на нее смотрит и перестает плакать, потому что он отвлекается на нее. Ему нравится, что она яркая, добрая, большая и поет ему замечательные песенки. Так что пусть и ваших детей она радует, и до скорых встреч!